Мы не видели просто, ну, что там делал судья и сам швейцарец. Но вообще, по правилам, укол не считается, если оружие не работает. Судья сказал, оружие не работает, ну, как бы, судейское решение же, оно не обсуждается. Он же проверял, мы просто, ну, пока там общались с Пашей, решали, что делать дальше. В общем, мы не видели, что там произошло, но такое случается, ну, наверное, крайне редко. Я первый раз вижу такое, чтобы последний укол. И когда он сравнивает, получается, сколько, 5 подряд наносит, и последний укол, и он... Непонятно вообще, почему он дал шпагу проверять, потому что он вчистую укол проиграл. Обычно шпагу дают проверять, когда, ну, укол, ты думаешь, ну, сомневаешься, выиграл ты укол, не выиграл. А тут он вчистую укол проигрывает и дает шпагу проверять. То есть, я не знаю, как к этому относиться. Обидно. Понятно, обидно. После первого боя Паши, потом 4 боя были прекращены по правилу пассивности. Почему вы не пытались идти в атаку? Ну, какая-то своя тактика? Ну да, мы как бы специально все, ну, вели к последнему бою, так как Паша значительно превосходит по классу спортсменов, вот этого Борского, последнего номера. У них в предыдущей встрече травмировался их. Основной, ну, человек, который заканчивает обычно встречи. Ну и поэтому мы решили не форсировать встречу, а если они пойдут, то работать на контратаке или там, ну, защите, а если они пойдут, то оставлять на последний бой. То есть, ну, надеялись, что Паша выиграет последний бой. Что тренер сказал после, что говорил во время? Пока ничего особенного не сказал, то есть, ну, сказал, что все, отработали чемпионат мира, потом разбор, все, потом. Горячим следам, ну, такие вещи не обсуждаются. Интересно, войти в четверку для сборной России – это все-таки успех. Тем не менее, вот психологически готова ли наша команда к медалям? В четверку уже входит, и все хорошо. А вот именно к медалям, как считаете? Я думаю, да, готовы. Ну, это бесспорный успех, потому что могли проиграть и раньше. И за последние, ну, чемпионаты мира, сколько помню, в четверку попадали, по-моему, в 2011 году, тоже заняли 4-е место. Ну, я думаю, что да, готовы психологически, просто, ну, сейчас как бы 4-е место, оно вроде как высокое, но оно без медалей, поэтому досадное такое. Спасибо. Надеемся, что удача, мастерство, на следующем чемпионате все это сложится воедино. Спасибо. Ну, настроение, конечно, после того, что вы проиграли за 3-е место, не очень хорошее, но ребята сегодня фехтовали хорошо. В конце чуть не хватило. Может, сработала тактическая какая-то задумка у швейцарцев. Может, мы не настроились достаточно хорошо. Вы считаете, что это правильная тактика, все оставить на последний бой? Ну, я считаю, что да. Я считаю, что да, потому что, ну, как бы, ну, шансов больше было у нас, наверное, при таком раскладе. Вот. При такой тактической расстановке, при таком счете на последний бой. Ну, наверное, мы что-то недооценили Борского, или это была, правда, какая-то задумка тактическая. Я не знаю. Просто тренеры перед встречей говорили, что это очень неудобный соперник, да, там. Ну, может быть, да, может быть. Да, швейцарцы, они все нестандартные. Может быть, личных встреч не хватило, чтобы с Борским именно Паше, чтобы он его, может, он его не до конца знает. Я не знаю. Получается, вы даже вообще не вышли ни разу на имя, да, не только в этом матче, но и в предыдущем. Да. Насколько вообще обидно даже не выйти на дорожку, а поддерживать и пытаться вот с запасного места поддерживать ребят изо всех сил. Да это нисколько не обидно. Просто расстановка сил сейчас такая в команде, что ребята завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы этим составом. И, в принципе, сегодня шли к медалям. Немножко не хватило. Спасибо большое.